Размеры с лодки Вильбот 42, и сейчас все по порядку. Первым этапом измеряем длину баллона. Так, Андрей, помогай, держи. От кормы баллона идем к носу. Измеряем 4,18 и записываем этот размер. Следующий этап. Нам надо померить обвод лодки. Для этого мы натянули по центру лодки веревку и будем мерить от веревки до края борта. Для этого нам понадобится линейка и рулетка. Так, выставляем линейку ровненько и делаем шаг. На этой лодке достаточно сделать шаг 20 сантиметров. Каждых 20 сантиметров делаем замеры и записываем. 8,5. 22. 33. Следующих 20 сантиметров 43. Следующие 20 сантиметров 53. И так меряем дальше до тех пор, пока у лодки не найдется прямая часть. С лодкой мы, в принципе, все сделали. Именно по снятию размеров для баллона. Теперь надо выбрать диаметр баллона. Для этой лодки достаточно 30-го диаметра. И как далеко будет выходить конус за борт. Это тоже все индивидуально. Кто как хочет, так и выбирает. Здесь мы сделаем, именно на этой лодке, мы сделаем, что корма баллона будет выходить на 5 сантиметров за корму лодки. Для того, чтобы определить, куда ставить ликпас или люверсные ленты, нам необходимо будет знать угол наклона самого борта. Вы можете сделать либо фотографию с кормы, либо снять именно вот сам этот угол. Этого будет достаточно, чтобы мы определили, куда поставить вам ликпас. Следующее видео мы запишем с этой же лодкой. Мы будем уже устанавливать изготовленные нами баллоны на эту лодку при помощи крепления ликпас-ликтрос. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Yeah!